Забота о малыше – это приоритетное занятие родителей. В Павлодаре состоялось открытие первого в Казахстане офиса магазина подгузников «Мини Уинни» – самых надежных и удобных подгузников на отечественном рынке. В Павлодаре состоялось открытие первого в Казахстане магазина офиса подгузников «Мини Уинни». Это казахстанский бренд японского качества. На сегодняшний день подгузники «Мини Уинни» одни из самых качественных, доступных по цене для мамочек. Также есть сервис бесплатной доставки по городу в течение часа. Поэтому мы предоставляем мамочкам заботу, комфорт. Наглядно присутствующим на праздничном открытии продемонстрировали возможности данных подгузников, налив в него пол-литра воды. В итоге совершенно сухая поверхность, а качество самих подгузников высоко оценили мамочки в декрете. С самого начала я смотрела на рынке, чтобы были качественные, отзывы смотрела. И всех вот выбрала именно мини-винни. Почему выбрала подгузники мини-винни? Потому что у них цены выгодные и качество хорошее. Также запущена акция «Каждому новорожденному в подарок упаковка подгузников». Для получения подробной информации можно обратиться в магазин «Офис» по адресу город Павлодар, улица Толстого, 131/3, в районе Батырмола. А также вся информация есть на официальной странице «Мини-винни, нижнее подчеркивание, топ». «Мини-винни» для тех, кто ценит качество и комфорт. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, ЕРТС Акпарат.